Новая экономическая реальность для Украины. С 2016 года Россия приостанавливает действие договора о зоне свободной торговли. Указ подписал Владимир Путин. Ранее сообщалось, Москва отменит нулевые таможенные пошлины для украинских предпринимателей. Торговля будет идти на других условиях. Напомню, меры приняты, чтобы защитить российский рынок. С 1 января вступает в силу экономическая часть соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Создается зона свободной торговли. И Россия закрывает дорогу потоку беспошлинных товаров из Европы через Украину. Тем временем киевские власти приняли постановление о прекращении с середины января товарооборота с Крымом. Исключение только для социально значимых продуктов питания, каких именно не уточняется. По словам премьер-министра Яценюка, решение о поставках украинской электроэнергии на полуостров будет обсуждаться отдельно. Между тем, власти Крыма называют постановление киевского правительства пиаром. Уже введены в строй две нитки энергомоста из Краснодарского края. А к лету проблема полуострова с электроэнергией вообще перестанет существовать. На ассортименте крымских магазинов действия Киева тоже практически не скажутся. Почти все продукты российского производства. При этом рынка сбыта лишаются украинские бизнесмены, многие из которых из-за кризиса и так на грани разорения.